Путешествовать по миру запорожцы смогут, не выходя из кинотеатра. В этом уверены организаторы фестиваля Travel Days. Для местных киноманов подготовили 18 короткометражек о самых далеких уголках мира – Новой Зеландии, Колумбии, Антарктиды и не только. По словам организаторов, герои фильмов – смельчаки, которые в один момент решили воплотить свои мечты в жизнь. Увидеть их приключения можно будет уже с 21 октября в кинотеатре «Довженко», рассказывают активисты. Добавляют, тематические фестивали в Запорожье проводят уже не впервые. За это время сформировали целый фан-клуб поклонников качественного авторского кино. Но мы привозим фестивали очень такие альтернативные, да, с разными тематиками. По возрасту, да, мы когда-то первый фестиваль привезли, мы думали, наша как бы молодежь больше, да. Но мы замечаем, что процентов 40-30 у нас всегда люди 40 и выше лет, то есть постарше. Поэтому я бы сказал, что наш клиент, люди, которые ходят на наши фестивали, это образованные ребята, интересные, модные, стильные, которые интересуются мировым кинематографом.